Всем привет, с вами Лаградка, и сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием Tabs. Соответственно, наливаем чаёк, сажемся поудобнее, сегодня у нас будет вот такой вот небольшой трешовый контент. Ну и в принципе вы сами знаете. В общем-то, в прошлой серии остались мы на том, что мы совсем немножко, оказывается, и прошли, блин. Ну серьезно, это вторая кампания, мать его, это одна из шести. Ну ты посмотри на это, Карл, мы прошли практически нихера, но зато было достаточно легко. Как я вычитал из ваших многочисленных комментариев, то что, во-первых, эта вам игрушка очень даже и зашла, а во-вторых, как я понял, чем дальше, тем будет сложнее. Также я вычитал по поводу этих скрытых воинов, и сразу хочу кое-что отметить. Я не использую другие войска просто потому, что не имеет смысла. Ну, во-первых, я не знаю, что они умеют. Тут есть отдельные компании, то есть, допустим, вот она. Династия там какой-то херни. Династия там самураев, династии этих французов, пиратов, каких-то хэллоуинских чуваков, вот этих некромантов и других чуваков. Это все потом будет дальше в компании. Зачем мне сейчас ими пользоваться? А то будет потом уже неинтересно, если честно. Но, в принципе, раз уж вы так сильно уговариваете и говорите, мол, Лаградка, а хер ли ты такие легкие пути ты ищешь? То точнее сложное, то тогда ладно. Небольшое отступление. Я хотел как сделать? Я хотел взять сразу сложные локации, ну вот эти вот компании. Но потом я понял, а зачем мне сразу со сложного? Чтобы вы потом мне говорили, что я нихера не умею, ничего не знаю. Сейчас, конечно. Будем проходить постепенно. Вот эту вот компанию закончим, я со всем этим всем разберусь, точнее... Пойму, как этим всем. Так, окей, музыка там уже начинает меня давить, на самом деле. Ну да и ладно. Я вот со всем вот этим вот разберусь, привыкну ко всему этому. Конечно, могу их использовать, но, блин. И вот это, кстати, мне тоже сказали. Это не секретные войны. Хотя они закрыты, по идее, их нужно где-то открывать. Так что они являются, на самом деле, секретными. Сказали, в общем-то, так, что секретки расположены где-то на карте. Ты можешь во время боя их искать, а можешь просто тупо найти в прохождении. Что я, кстати, скорее всего и сделаю. Но не в этой серии. Я даже не знаю, как их искать, если честно. Они как-то будут выделяться или что? Вот честно, без понятия. Возможно, скорее всего, где-то около этого чувака должно быть что-то. Но если ты что-то видишь, то скажи мне. Просто скажи такой, Лаградка, ты что, дурак, ты пропустил вот на этом моменте вот то-то, все-то. А? Никий. Артемис. Никий. Видимо, мы открыли какую-то херню, но что странно, на самом деле. Слушай, а действительно можно искать? Ну, блин, ну скажи ты мне, вот что, во время боя я буду тут где-то сидеть и вот что-то искать? Ну это же, блин, пипец. Странно то, что вот это ничего это нам не дает. Ну да и ладно. Это сколько на этой карте вообще, в принципе, всякого разного говна, мне вот это интересно. Я сейчас нашел это все, это на каждой карте по одному персонажу или как? Интересный, конечно, момент. Ну да и ладно, все, не суть важно. Что у нас тут, во-первых? Не будем пока это искать, пока не будем с этим заморачиваться. Обычно, короче, смерть. Ладно, но у нас нам дают опять 100. Там разве это не проходили? Ну-ка, не понял. Ну ладно, давай. Давай, я за тебя, мать его, болею. Давай, первый удар, второй удар. Ну ты дурак или как? Или что, или да? Да, я тебе все покажу. А, не, нифига себе, нифига себе, а как ты выжил-то? Ну, он, походу, сам не понимает. Фу, у меня меч в руках, прикинь. Ну, он явно на него смотрит. Чувак, ну ты как-то неудобно упал, прям головой. Да, пол. Ну да и ладно, продолжаем. Подожди, это все было. Я уже с бардами сражался. Ну только не говорить то, что мне все заново придется делать. Ну, господи, это что ж такое-то? Или подожди, или нет, или я не сражался. Не понимаю. Давайте камни будем кидать, чё. А смысл я против них-то? Дайте, я тоже покидаю камни. И весело, мать его. Они там стоят такие, а, попади в меня, мать его. Я такой, херендок.
Да не урчит, да весело же, ну. Блин, ну это какой-то избиение. Лови, пацан. Да чё вы кидаете все в одного и того же чувака? Ладно, я кину туда. А, понимаю. У нас еще есть полудурок. Пацаны, только не заденьте меня, окей? Ну, у меня камень уже готов. Ну, давай кидай. Какой красавец. Меня тут увидел этот удар. Ну, как весело-то. В смысле ты выжил? Это было жестоко, на самом деле. Жестокие пацаны. Ну, а что ты хотел? Не, подожди. Нет, вот это напрягёшечку. Вот это красавец просто, мать его. Так, хорошо. Продолжаем. Не, мы вроде тут нет... Да, я не понимаю. Давайте викингов. Но опять же, не использую новые войска, потому что это не надо. Я и без этого сейчас тут выиграю. И потом, на всякий случай, валькирок. А, подожди. Тут же еще любят это... Прятать войска. Кстати, возможно, тут что-то тоже где-то есть. Курочка. Или утка. Или гусь. Или хер его просусь. Не понимаю, кто это такой. Ну ладно. А, тут что-то какое-то веселье происходит. И почему тут ничего такого нету этого? Я должен был взять тут кого-то. Чего вы мне тут рассказываете? Тут наверняка 100% должен быть какой-то секретный воин. Алло. И тут его нету. Не, ну ты представь. Нет никого секретного. Чё тут происходит? Чё тут, мать его, происходит? Чё про... Не, ну серьезно, смотри. Как это секта? Секта гусей. Или уток, или херово... У сволочи, ты посмотри, сколько их тут. Это какие-то смешнявки вы тут устраиваете, да, мать его? Мне эта локация уже не нравится. Хорошо. А, блин, не там оказался. А, не, нифига себе, он реально всех... Ну да и ладно, они уже все. Они закончились на этом моменте. Они валькирок в любом случае не убьют. Или убьют. Дефит, чего? Кафу-ху, чё ты мне тут рассказываешь? Какой дефит, мать его? Не понял. Так, ну-ка, на-ка. И все. Ну и все. Только валькирки что-то достаточно это медленно идут. Да, не урчите, все нормально, пацаны. Ну и все. Я полетел отсюда. А вот она, валькирка, мать ее. Злая шужесть. Должна привычка у нас пойдет. А почему бы и нет? Хорошо. Продолжи. Я слышал, как кто-то поставился, но я его не вижу. Это обман какой-то или что? Нет, чё, хоррор-контент у нас пошел? Тут скримаки сейчас будут. Пацаны, вы что-то забыли? Ё-моё, а вы же отсюда не выйдете. Дураки, блин. Ну ладно. Хорошо, а чё бы нет. Они в замкнутом пространстве, поэтому мы их просто можем первое закидать двумя катапультами. Второе. Одной баллистой. И третье. Третья. Дофиги еще лучниками. И четвертая, на всякий случай, чтобы они точно уже померли. Это амбалисты туда, кстати, не попадут. Точнее, катапульты. А неожиданно меняем нашу стратегию. Баллисты. И чтобы наверняка присылаем вот этих вот пацанов. Раз, давас, трис, четырес и пять. Пять с ней идет. Ну и ладно. И 200 рублей у нас остается. Пока ничего сложного нету, от слова совсем. Блин, а эти пацаны нас могут убить, если честно. Вот, допустим, вот этот вот сзади, который. Ну и все, вы все разнеслись там.
Вы дебилы, что ли? А, подожди, у них там кто-то стреляет. Ну, и, собственно, все. Здрасте, блин. Пещера дебилов, ей-богу. Что они бы мне там сделали? Если бы они, конечно, там находились и... Не могли бы так, подожди. На этап. Если бы они там находились... Так, я опять против дебилов сражаюсь. Ну, чё ты вот тут... Вот просто чё-чё-чё. Ты падаешь, а ты стреляешь. Стреляй, мать его! Да давай стреляй! Но ты умрешь все равно. А, не, смотри, он как-то хитро выделенно прыгнул. А где мой чувак? Блин, ну ты сволочь, он откуда ты знал? Ну в смысле? Ты не должен был... А, нет, ты меня видел. Сволочь догадливая. У меня только была такая херенная тактика. Ну ладно. Подожди, а мне просто не повезло или что? Ну, от камня твой щит-то не защитится же. Ну дебил. Ну скажи то, что дебил. Ну дурак, ну зачем он вообще тут? Опять же, столько тема на самом деле. Ну да и ладно, продолжаем. Делать йога. Вы что думаете, я дурачок совсем ничего не вижу? Слушайте, это нечестно. Почему я на вашей стороне ничего не могу ставить? А вы можете. Какого фига? Хорошо. Поставим одного слона. И поставим его в охрану вот такую вот херню. И все. Скорее всего, выигрышная стратегия. Ну а что рыцари сделают против, мать его, мамонта? Кстати, мне еще сказали, Зевс на самом деле не особо-то и тащит. Он тащит против вот огромного количества народа. Но против каких-то жирных он фигово идет, потому что урона у него мало. И так, на всякий случай. А, точно. Все те, кто пьют, либо же едят приятного аппетита и приятного чаепития, а мамонта один просто позатащит их. Замечательно. Кого? Кто, я не понял. Ты кто? Кстати, а... Да не урчи ты так. Чё? Ой, да чё там ты, мамонт? Случайно нашел какую-то херню. Кстати, я так и... Какой-то чувак, хорошо. С топором. Слушай, ну это нечестно. Но он за текстурками где-то. Не, ну он совсем за текстурками. Чё я сделаю-то с ним? Ну алло. Нечестно. Нечестно, несправедливо. Я даже хоботком его не могу дотронуться. Сволочь. Он снова тут застрянет сейчас. Не, просто не повезло первый раз. Хорошо. Так, пацан, ты должен выжить. Это твое предназначение, мать его. Да подожди, да не урчи ты так мне на ухо. О, там еще один пацан не глупый, смотри, тоже пошел. А, пацаны, а, ловите, мать его, камушек. Как ты молодца-то какая. Мамонт, мамонт, мамонт. Мамонт, да подожди, не меня. Я не приму такой исход событий. Не приму. Здоров, пацаны, ловите. Все, теперь валим. О, теперь два. Это рекарнация его. Так, мамонт, 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 а подожди ты. Да ты дурак. Да тихо. Ты, сволочь, редкостная. Ты что делаешь? Ты понимаешь, за кого ты воюешь, мать его? Он всех убил, всех, все тех, кто хотели жить. Не, ну это сволочь. Ну это на самом деле подстава, я тебе честно говорю. Давай, убивай их, чушь, поделать. Срань на мамонте. Ну да и ладно. Нятя, продолжаем. Еще мамонты. Кто против мамонтов хорош? Вы уже, наверное, знаете, или? А вот эти пацаны же с ними сражались, так и пусть сражаются снова. Чё им мешает? Такое огромное количество, я думаю, сейчас завалит этого мамонта просто в раз. Ну и все. Правда, блин, мамонт защищается своим товарищем мертвым. И такой, знаешь, смотри, такой, чё там у вас, пацаны? Ну и чё? Пацаны! Я только хотел. Ну чё, пацаны, довольны вы собой? Загасили маму? Чё-то их как-то тут многовато, если честно. У меня ещё 1000 рублей осталось, пипец просто. Ну,
И в чем прикол? Ну, скажите мне, в чем тут прикол? Чего вы тут хотите от меня? Раз, два, три, четыре, пять. Несколько валькирок и все, и до свидания. Вы же даже в них не попадете. Окей. Окей. Игра подумала то, что это сложно. Давайте дальше. А будем ждать сложный момент. Морозный лучник. Ты что, охерел? Сколько у меня там денег? Ну-ка, подожди. Так, вот этих пацанов мы пользоваться ими не будем. Блин, не повернуться ведь. Ведь да. Но мы Викторием в любом случае. Хорошо, нам, наверное, опять упал, но не суть. Опять пацаны, которые тут спрятались. Ну, я вас, мать его, вижу. Но вы меня это... не обманете. Давайте посмотрим, как Зевс против них. Зевсы справятся. Три Зевса и вот такая вот херня. 400 рублей еще остается. Это сильные противники? Они жирные считаются или как? Ну, судя по тому, то, что Зевс их вообще особо не ранил. Видимо, так оно и есть. Или нет? А пока еще не понимаю особо. Да не, справились. Все три Зевса выжили. Да подожди, ты че? Алло, да ты что? Ну тебя яблоком кидали. Это все уже что ли? Кончился? Чувак, тебе не повезло. Зевс это не какая-то херня. Ну че, кидался яблоками. Сейчас придет сюда дядька. Сейчас сюда придет дядька. Кто? Последок еще ему умудрился кинуть. Я сейчас отомщу. Всем, мать его, всем этим. Смотри, у него еще половина хп осталось. Прям в жопу. Не. Вы бесите застревать. Я вам честно говорю, блин, как же это громко. Я честно вам говорю, вы бесите застревать. Так, а кто? Это не я. Я смотрю в этот, на солнце. Действительно. Еще один человек, который смотрит на солнце. А, ну смотрит на меня. Хотя он не на солнце смотрит. Ну да и ладно. Продолжаем. Так, вы есть кто? Какие-то огромные рыцари. Я вас почему не видел? Ну ладно. Так, подожди. Раз, два, три, раз, два, три. А мне даже больше денег дали. Ну давайте честную схватку. А тут можно выбрать уровень сложности? Мне интересно. Честная схватка, мать его. 6 на 6. Там, а, нет, 6 точно. Или 6. Я уже забыл на самом деле число, но это и не суть. Мои что-то как-то с отрывом выиграли. Не знаю, в чем эта проблема, конечно. Меня обманули где-то? А, у них один полудурок застрял. Подожди, у него какая-то была тактика, он убил всех моих. Алло. Один его держит, смотри. Один его держит. Второй бьет. Это тактика. Это тактика, мать его. Мои чуваки непростые, какие-то там лохи. Так, в чем подвох? В чем, мать его, подвох? А. Я понял вас, пацаны. Вы что думаете, то, что тут утра стена стоит, значит, я вас дебилов синих не увижу, что ли? Ой, аватара. Ну вы, конечно, угораете, но не настолько же сильно. Я думаю, то, что против них будет легко вот с этими пацанами, и все. Просто забейте, вы оттуда не выйдете. Я, правда, не знаю, насколько сильно они много урона наносят. Но они уже выкинули все свои эти. Ладно, короче, смотрим тогда со стороны на это все. Кстати, пока они тут расправляются, мы знаешь, что можем сделать? Поискать. Пончики. Посмотреть, что тут у нас происходит. И, может быть, что-то возьмем. Опять эта утка. Подожди, тут какой-то развод. Какой-то развод на деньги.
Я не понимаю, тут какой-то заговор этих уток, я тебе честно говорю. Хорошо, они справились, в принципе, неудивительно. Какой-то... А, блин, да в смысле? И то есть мне нужно первым ударом им нанести, да? Но я вроде как знаю, кто это может быть. Дефит. Но ты же тоже умер. В смысле? А мы выиграли. Подожди, мы дефит, но при этом выиграли, окей. Так, хорошо. Дофигища рыцарей. Дофигища... А лучников. И один чувак, который просто в них влетит, потому что ему это весело. А чё бы нет. Пацаны, я вам не завидую, честно вам говорю. Так, хорошо, мы уже поняли. Кстати, напишите мне в комментах, я искать это все должен как? В смысле? Я искать это как должен, во время битвы или потом отдельно? Я, кстати, так и не посмотрел, где они у меня наступились. Но пацаны тем временем угорают там. Ничего интересного нету, тут очень легко это пройти. И я пока не вижу. Я эту штуку как-то могу открыть или что? Хорошо. Вот и все. Победа наших. Причем победа красных. Один чувак только наш умер. Правда, он исчез. А ну да и не суть. Хорошо, что там у нас дальше. Окей, они используют мою тактику. Дофигища лучников. Делаем, смотри как. Делаем вот эту вот херню. Далее. Используем вот этих пацанов. И используем этих. Все, вот как-то так. А, блин, в смысле тут змея? Так, змея, но я тоже змеи пустил. Змеи их сейчас ряды бы это равняют. А наши чуваки уже как бы идут вам это лицо бить. Пацаны, вам бы на самом деле уже все. Не, ну пацаны, ну как бы тут все. У меня тактика была лучше, все дела. Ну, вообще, ну как-то так. Так, очередные какие-то дурачки. Давайте посмотрим, что делать Минотавру. Меня настолько денег много дают, что я даже не знаю. Потом просит вот эту штуку, пустим. Где-нибудь в конце. Сами определят, куда идти. Пока посмотрим на Минотавров. Первый же Минотавр впечатался в стенку. Такой, пацаны, я вообще не знал, что это так работает. Да отпустите же меня. Так, я тебя отпустил. Они, короче, как-то избивают друг друга, либо еще кого-то. Я тебя только оттуда вынул, алло. Отпусти чувака, вот не виноват в себе. Они Минотавра загасили. Пацаны, не отпускайте их. Не отпускайте, не пропускайте, давайте, алло. Ну это выигрыш, наверное. А может и нет. Так, подожди. Я что за Минотавр? Не понял. Алло, кто это был? Дефин, блин. Печально. Так, Минотавры какая-то херня, на самом деле, неинтересная. Смотри. Пускаем двух Зесусов. Пускаем. Вот несколько таких лучников. Просто по фану, на самом деле. И... Давайте по одному лучнику, окей. И одну вот такую вот херню. Просто потому что. Я еще пока не определил, зачем она мне. Но она будет вести, если что, Зевса. Зевс будет на страже порядка. Весело, я смотрю. Ой, Зев, ну ты, конечно, весельчак. Так, подожди, это работает вообще тактика? А, ну да, работает. Зевсы действительно против них сражаются хорошо. Смотри, реально все умирают. Зачем мне столько денег-то много даете? Это, видимо, реально просто тупо, чтобы ознакомиться с войсками. Ну и кто там остался-то? Ах, он сволочь, подожди, Зевс. Ты недостаточно умен, чтобы понять его тактику. А вот я? Я, мать его. А я готов. Я все понимаю. Так, ладно. Это тоже может быть на прибышку пойдет. Не уверен. Опять херня какая-то. Но мы уже поняли, кто тут на самом деле лучше всех.
Ты же прыгать не будешь? В смысле? Ты как выжил? И алло. Упс. Так, окей. Окей. Давайте, знаете, что сделаем? На этот раз точно замораживающего лучника. Промах. Красавец. А теперь получай по роже. Давай, может, ты сейчас в этот раз попадешь, я не знаю. Попал. Только смысла никакого нету, я смотрю. Промазал. Так, ладно. Все, задолбал. Лети вниз. Ну и что, повеселился, да? Не весело тебе было издеваться над моим лучником, мать его. Да они же упадут и уже умрут. Ну это нечестно. Ну, пацаны, ну не смешно же. Хорошо. Чего с ними можно сделать? Ты опять 6 тысяч. Ну, за 6 тысяч, ну, пацаны, ну что я сделаю? Ну, вот как бы вот. За 6 тысяч. Ловить. Давайте. Мамонты против, мать его, какой-то другой херни. Весело, да? А некоторые мамонты вообще застряли. Вот он один из них. Ну и все. Дайте я тоже свой вклад оставлю. В избиение, мать его, мамонта. Это на самом деле сейчас вклад оставлю, то что этот мамонт вырвется. А, лови херню! Не! Прям в хобот. Пацаны, вы видели, как я круто кинул? Не, ну кто это видел? Поднимите. Я уже подумал, что все, капец. Так, подожди. А вот как ты так вот? Как себе? Ну превьюшка, ну все, ну вот замечательно. Или даже как-то так. А чисто такой убегает. Потому что ты единственный чувак, который посмотрел такой и понял то, что а, блин, пипец, все, народ, за мной тут какая-то херня идет. Или может, блин, я даже не знаю, как это сделано. Как же это прикольно. Все, окей. Оставляем. Не, ну, ну все, вот это вот точно превьюшка. Я не знаю, потом посмотрю. Не урчи. Так. Мне дают уже 5 тысяч на двух мамонтов. И вот эту вот херню. Вот эта херня сложная будет. Попробуем, знаете, что сделать? Попробуем вот такую вот историю провернуть. Я еще не определился, зачем именно мне вот так вот все это проворачивать. Да посмотрим, как это все будет выглядеть. Я надеюсь, что вот этих пацанов тоже снесут. Вместе с мамонтами. Смотри, раз. Два, три. Четыре. Пять. А мамонту похер, раз вообще абсолютно. Ну, видимо, не сработает. А ну тактика была хорошая, если честно. Не, знаешь что? Можно оставить вот этих вот пацанов. А других убрать. Они наверняка разобрались со своей частью. Давайте баллисту одну. Две баллисты. А далее кто у нас идет? Далее будут катапульты. Просто по фану. Ну и что вы сделаете? Надеюсь, баллиста не убьет катапульт. Да вроде нет. А мамонту сразу в жопу прилетела херня. И она такая сказала, да иди ты в жопу. Ну чувак, ну куда ты? Ну чё ты? Блин, не мешай мне. В смысле, я же должен был выстрелить? Пацаны, давайте забудем. Это было нечестно. Это было нечестно, я вам серьезно заявляю. Хорошо, вот это вот первая, наверное, моя будет такая достаточно сложная какая-то тема. Хорошо, кого тут можем поставить? Можем поставить вот этих вот лучников. Зевсов бесполезно ставить. Эти пацаны очень дорого стоят. Вот прям реально, мы только можем четверых поставить за эти деньги. Давайте посмотрим, как они сработаются. Стреляйте.
Ну слушай, на самом деле, если одного из них взять, заранее пострелять вот этими вот воронами, мать его, а будет, наверное, весело. О, смотри, он убегает. А там просто слон застрял. Так, самое главное убить вот этого слона. Я тебе прям честно пионерское говорю. Вали его! А вороны его бьют или как? Смотри, он их прям где-то ногой херачит. Херачьте его, алло. Вороны, блин. Все, вороны молодцы. Я тут один, мать его, в поле воин. Так, подожди. А вороны, давайте. Ну тихо, не кра, не кра, не кра, не урчи. Мы сейчас договоримся, и нам вообще будет не смешно, не весело. Так, все, ты сюда не должен пройти. Не должен пройти был! В смысле? Это не читы. Это не абуз. Это игровая фичка, если что. И фича есть, что вы не поняли до сих пор. Да в смысле, как ты там живешь-то? Тебя уже знаешь, сколько ворон прилетело? А, да-да, смешно, весело просто охереть. Нас тут зажали, между прочим. А тебе весело, мать его. Красавец какой, а? Ну, ты посмотри на него. На, мать его, красавца. Хотя, на самом деле, он, по идее, не красавец. Красавец, вот они. Вот они, вороны. Вот они, красавцы. Так, хорошо. Слон, ты что-то каким-то розовым стал. А, розовый слоник. Это не отсылки, если что. Так, хорошо. Это, на самом деле, не веселая тема. Можем как-то так сделать. А потом просто по фану косарей. Косарь, по идее, очень сильная, поэтому я даже не знаю, что из этого будет. А, я понял, кого надо было. Не, давайте, знаете, что сделаем? Давайте не косарей, а королей. А знаешь, почему одного короля нам достаточно будет? Потому что ему похеру вообще на все вот эти вот приколы, которые кидаются вот эти вот зельеварщики, зельеварильщики и вот эта вся херня. Плюс он, по идее, очень мощный, мать его. По идее, два короля могли кинуть. Смотри, видишь, ему вообще по барабану. Блин, как вы громко все это делаете? Королю вообще по барабану на это все. По идее, обычно бы чувак падал бы уже. Хотя его еще и свои херачат. Ну, в любом случае, это выигрыш. Кстати, посмотрим. А они вообще урону не наносят? А у меня, кстати, король падает, смотри. Я заметь, у меня король падает. Хорошо. Ну, в принципе, это было логично. Так, хорошо. Чувак. Заметь, мне дали 900, а он стоит 700. Ну вот прям хотят, да? Ну они вот прям этого хотят. Ну блин, ну ладно, не хотят. Хорошо, давайте. Честный бой был, если что. Честный, мать его, бой. Давай, вали его. Вали его, мать его. Ну, рыцарские бои, что тебе не нравится-то? Смотри. Это если что, мансы, если не понял. Мансы, танцы, все дела. Так, сколько у нас там времени прошло? Уже 33 минуты. А мы можем, в принципе, на этом моменте потихонечку заканчивать. Ну давай, ну... Какой красавец, ну ты... Ну ты просто посмотри на него. Он взял, отпрыгнул, короче, от его выпада щитом. И неожиданно вот эта подлянка в виде меча. И херанул ему просто меч в спину. Видишь, и реально почти что его проткнуло. И проткнул же ведь. Ну ты просто посмотри на него. Ну посмотри на красавца. И он еще такой... Не, ну красавец. Ну красавец, ну ей-богу. Просто красавец. Хорошо. Что там у нас дальше? Пацаны, я уже знаю, как с вами бороться. Вы не предоставляете никакой... А, мать его. Опасности. Ну вот как вот против вот этого можно затащить? Ну вы мне скажите, что вы сделаете? Этому чуваку похеру практически. Он просто тупо идет. Хотя один просто так упал. Ну ему скучно просто стало, а вот он и упал. На самом деле отдельный вопрос. Тут можно было даже не королями выиграть. Куда вы? Куда? Им настолько... Они настолько понимают, что это все ГГ, что они решили просто хотя бы им дать честный шанс выиграть. Они просто реально хотели суициднуться. Потому что это слишком легко. Это слишком, мать его, легко. Вау, ну да. Просто неимоверно легко, поэтому они решили суициднуться, эти короли. Так, ладно, вы там сами без меня даже справитесь. Я не понимаю, зачем он реально выпрыгнул, ну честно. Вот куда ты идешь? Куда ты идешь?
Опомнился, мать его. Там гугли-могли с твоими королями делается. А ты тут херню какую-то страдаешь. На, по королю. Вот такой, ой, извини, я случайно, я вообще на солнце смотрел. Вот оно меня ослепило, да. Я такой, в смысле? Тут же кто-то есть. Алло. Да я тут кого-то вижу. Ну смотри, ну кто-то есть. Ну есть же тут кто-то. Жестокая, короче, тема, ну ладно. Продолжим, еще пару игр сыграем. Вот эти пацаны прыгают, я не помню уже на самом деле. Если прыгают, то не весело. Давайте проверим. Ну, как-то так попробуем. Да, они прыгают, сволочи. Ладно, это пока будет... Давайте это в следующей серии оставим. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Смотрите в аннотации, ставьте колокольчик. Всем до скорых встреч, всем удачи и всем пока.